Ребята, всем привет, с вами канал 24. Без обид, если... Секунду. Если вот вы там в левой группе пишете, я отвечу обязательно потом, попозже. Сегодня мы рассмотрим две легенды. Это КамАЗ-5410, обновленный под 1.46, и ЗИЛ-157, тоже обновленный под 1.46. Поэтому сегодня в данном видео, в данном обзоре два... В данном видосе два обзора сразу. О, вот. Давайте мы посмотрим. Прежде чем посмотрим, сразу напоминаю, что сегодня в 19.00, я постараюсь быстро запланировать стрим, 19.00 сегодня отмечаем день рождения Егора. Будет просто пушка сегодня, я надеюсь, что. Поэтому всех обязательно жду, пацаны, и всех... Спасибо огромное за стрим. Я чувствую, просмотры за стрим идут только ради момента, наверное, да, где пошлый Белгород был. Наверное. Ну, хотя я не знаю. Ну, ладно. Короче, давайте про моду вернемся. Сегодня мы КамАЗ посмотрим и ЗИЛ. Вот такой у нас ЗИЛ. Советский, прям советского автопрома. Я прям аж и превьюху назвал, да, легенды советского автопрома. Выглядит на самом деле КамАЗ охрененно просто. Реально охрененно просто выглядит. Вопросов ноль. Все зависит, конечно, от его действия. Нет, ну там было, конечно, перечисление самое, что у ЗИЛа, что у КамАЗа столько перечислений было в плане того, что изменений и так далее. Ладно, по одно шасси 6х4 по движкам. Здесь у нас... Так, V-образный, так я понял, что КамАЗовский движок, V2, V1, V3, МЗ-238, в принципе, то есть различные очень на самом деле КамАЗы. Я что-то не поставил себе, что именно вообще изменено было, я постараюсь в описании, да, добавить изменения, но то мне все хватит, потому что, я же говорю, там все-таки и в ЗИЛе, и все-таки в... КамАЗе очень-то прям расписано прям хорошо. Так, ладно, тут, я думаю, по движкам все понятно. Что касается по... У меня КПП включен, да. По трансмиссии. 10, 7, 5, 5, 6. Обожаю. 6 ретардер и, в принципе, десятка, восьмерка. Все вот у нас есть. Хорошо. По интерьеру. Здесь у нас обычный интерьер КамАЗовский. Выглядит на самом деле охрененно. Просто реально. Пушечка просто выглядит, вопросов даже не может быть ноль. У меня, кстати, звук записывается. Да, звук записывается, все нормально, без всяких проблем. Что касается по покраске. На цвет и вкус есть выведенные цвета, но я не буду про это говорить, потому что, ну, ладно. Ну, этому КамАЗу простительно, на самом деле, этому КамАЗу простительно. Окей, хорошо, все, есть, вопросов ноль. Различные цвета, пользовательские цвета, пожалуйста. Что касается по аксессуарам, за нас половина, в принципе, все добавлено. Можем козырек добавить сразу, да, и такого плана сделать. Прикольно. Я бы оставил чисто стандарт, отвечаю. Однозначно мы, ребят, с вами... Ага, вот она, передний бампер К701, передний бампер 80-х с брызговиками. Потом передний бампер 80-х, передний бампер 70-х. И обычно 70-х. Ну, давайте 80-х, конечно, возьмем. Вот. Ну и колеса, конечно. Обязательно, ну это ЗИЛО, это ЗИЛовские колеса. Обязательно мы прокатимся на этом КамАЗе 100%. Ведро можно поменять, кстати. Ведро очень много. Обязательно мы на стриме его прокатимся. Сегодня маловероятно, потому что все-таки сегодня стрим... по празднованию Егора, день рождения. Вот, поэтому завтра, я думаю, что однозначно надо кататься на нем. Руль у нас, пожалуйста, на цвет и вкус, все это меняется, то есть, на как хотите. Плюс в углу мы можем навигатор, плюс бортовые, сюда добавить, наверное, скорее всего, всякие плюшки, так сказать. И плюс, конечно, флаги пошли наши, да, так сказать, стран наших. Не будем. Ничего. Без этих, без всяких политики будем. Плюс мы можем добавить Анюту, Джульетку,
Мелиссу, Милану, сосисками. Вот. Петровича и Толина можно добавить. В принципе, все основное, все у нас стандартно стоит. Либо брать. Давайте с где? С сосисками. Вот он. В принципе, ну, конечно, и эти вампила, пожалуйста, цветовкус, все это, пожалуйста, добавляется. На лобовухе тоже. Все это добавляется с девахами, что хочешь. Окей, принято. Да харе там, ну подождите, ну господи, что вы пишете, 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 пишете. Ну подождите, е-мое. Смотрим. Мы сейчас, я же говорю, посмотрим, очень интересно. На самом деле, я с утра, конечно, ребята, надо будет сейчас... За вас, ребят, за вас. За вас. Кстати, хорошую новость. Блядь, да что вы... Ё-моё, вы издеваетесь. Извините, осуждаю замат. Кстати, вроде починил веб-камеру. Вроде не лагает теперь. Не знаю, конечно, как она будет по стриму, но вроде не лагает. Ох, простой звук. Хороший звук. Офигенный звук. 100% надо кататься. Я однозначно хочу покататься на нем. В субботу покатаемся, это 100%. Стоп-сигнал у нас... что-то я не вижу, может быть, и работает. Ладно, варичка у нас. Не, нет, не работает. Варичка не работает. У нас даже... Тут же должен, по-моему, вот видите, бортовой компьютер же вроде как должен быть. Ну ладно. Так... Ага, есть, вижу, есть, все, вижу, 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 стеклышко, опа, нормаса, 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 ну, нормаса, нормаса, и анимация света у нас все, в принципе, присутствует, да. Так, да, блин, не то я нажал, дворники, а дворники я не вижу, в принципе, а, есть, работает, 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 я просто не заметил. Все работает, все хорошо. Слушайте, поехали. Прокатимся. И как раз потом посмотрим. Однозначно зилок Советского Союза. Я что-то как-то назвал Советского автопрома. Почему Советского? Потому что все-таки их делали все-таки... понятное дело, ну, в Советском Союзе. Ну, вот и назвал что-то, почему бы нет. Слушайте, ну, на самом деле покататься стоит однозначно. 100% мы покатаемся. Я специально знаю вот такой, прям как сказать, прицепы специальные, да, для них, где я делал обзор, ADAS, по-моему, че как там называется. И, соответственно, без всяких проблем мы будем их использовать. Как раз для этого КамАЗа вообще будет топ. Просто. И покатаем какую-нибудь на. Посмотрим на чем-нибудь. Можно, конечно, по Венгрии мапе покатать. Или по в Европе, допустим, да, там, я не знаю, по Европе покатали бы. Блин, жалко, что его нету под Америку, а. Под Америке, как покатали, вообще было бы топ. Слушайте, ну, вопросов ноль, я советую это однозначно. Однозначно советую этот данный КамАЗ использовать. 100% однозначно советую. И, конечно, ребят, извините за ссылочки, я не оставлю. Потому что... Ну, к сожалению, сейчас очень сложная ситуация, я по этому поводу, потому что все-таки надо будет подождать 1 января, чтобы все это исчезло, а там уже будет видно. Так, я думаю, что по КамАЗу все понятно, да? Давайте мы все-таки посмотрим теперь зилок, который у нас есть. Сегодня очень такой интересный обзор будет, потому что для... я чувствую, все... Любители любят КамАЗ и как-то обожают их все-таки, чем именно такие европейские, которые, да, все-таки советского больше. Что касается назелок, у нас есть двух планов, либо так, либо так. Я думаю, что разницы никакой, однозначно, просто что выбираем. Класс, вопросов ноль. По кабине одна кабина, по шасси у нас 6x6, 6x6 и с БДФом. Можно с BDF выбрать. Дальше у нас движок. Здесь у нас зиловский. Даже картинку добавил. Нифига себе.
103, так, Зиловский, 210, Катапиллерский, 3116. Я, кстати, не знаю. Ну, может быть, если не просто так, значит, использовались. Все-таки Катапиллерские движки. D360, D440, D480. Ну, в принципе, движков тоже очень, я скажу, немало. По трансмиссии 6 ретардером, 16 ретардером, 12, 6. Эллисон, я тебя люблю. 4520 есть у нас. И, конечно, 12 ретардером, 6 ретардером. Самый нормальный, хороший. Вот, всегда их добавляйте. Шестерку особенно. Что касается внутри. Ну, конечно, вот это мне сверху что-то не очень-то сильно нравится. Потому что все-таки, ну, как-то по текстурам не очень-то, если честно. Потому что у КамАЗа намного лучше было. И как будто прям так лакировано все. Как будто все просвечивается, да, то есть что-то странно. Ну, выглядит, я скажу, хорошо. В принципе, выглядит хорошо, но как будто у нас там ничего нету. Как бы непонятно, почему так. По движкам. Ой, то есть по цветовой гамме. Здесь у нас есть выведенные определенные цвета, либо металлика цвет, можете тоже себе выбрать. По аксессуарам достаточно мало, в принципе, самое основное. Здесь мы можем выбрать все освещения, любые, как говорится, поставить. Плюс колеса тоже у нас меняются, либо такого. И, конечно, мы можем ли закрыть это, да. Да, мы можем боковинки все закрыть без всяких проблем. И, соответственно, накладочки тоже все у нас это есть. И бампера у нас тоже все присутствует, и добавление даже каких-нибудь освещений. Окей, хорошо, я понял. Внутри что? Руль меняется? Нет, руль стандартный, здесь навигатор, плюс на лобовухе мы можем в импела добавить те же самые, которые у нас используются на КамАЗе. Также здесь мы можем добавить игрушки всякие различные, даже кружку с... Я нажал СССР, какая нахрен, так дело не пойдет. Вот, вы шо, Советский Союз, блин, что за хрень, нафиг тогда. И, соответственно, Марину, Мишку, Мишаню, Светку, Виктора Владимировича, Юльку с сосисками и, соответственно, сумку. Сумка классная. Waking Back Traveler с 900. Прикольно назвали. Ну ладно. Давайте, где моя Юлька с сосисками? В принципе, все. Больше ничего такого мы не можем. Слушайте, ну как-то это. Что-то я не понял даже на самом деле. Как-то что-то это. Блин, ну на самом деле КамАЗ поинтереснее был, мне кажется. КамАЗ намного поинтереснее был. Не знаю почему, но мне кажется, КамАЗ поинтереснее был. Ага, хорошо. Стоп-сигнал у нас работает, хорошо. Аварийка у нас нету. Поворотников нету. Анимация света у нас нету. Ага. Так, стеклышко. Есть, вижу, работает все хорошо. Так, ну, в принципе, я скажу, что тут добавление только анимация стекол увидел и все. Я не знаю, почему так лакировано, почему так-то, а? Видите, как будто он, ну я не знаю, как-то текстура очень интересно сделана. Очень интересно сделана. Есть BDF, конечно, однозначно. Я думаю, что там ничего такого интересного нету. Вряд ли у него идет с этим. Прицепа вроде никакого не было, хотя могут сразу добавлять прицеп уже с модом, одним файлом. Поэтому надо посмотреть, я даже как-то не обратил внимания. Что могу по моду сказать? Очень быстро разгоняется, очень хорошо. Покататься на нем тоже стоит. В принципе, прикольно, мне нравится модик такой. Советский, так,
Он выходил, давно выходил, да, он выходил. Он под каждую новую версию выходит, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. И, соответственно. А вот сюда можем? Он выходит под каждую новую версию, по-моему. Ну, звук, конечно, классный, я не спорю. Звук реально классный. Классно, однозначно. Что касается по прицепа, да? Прицепа вряд ли у него что-то есть, нет. Да, у него ничего, к сожалению, нету. Давайте мы переместимся все-таки в сервис и посмотрим все-таки PDF, как это будет выглядеть, да, что какие мы можем, так сказать, добавить с ним. Слушайте, ну я прям реально в эпоху переместился, отвечаю просто. Реально отвечаю просто. У меня прям сегодня что-то. Я как увидел, что обновили, да, то есть я однозначно сразу надо для пацанов же, для вас, мужиков, снять данный мод. Почему бы нет? Я только за. Так, да. Соответственно, мы должны. Во. Кунг, бортовой, бензовоз, тент, либо без тента. Все. В принципе, у нас больше ничего такого нету, к сожалению, добавления каких иных. Ну, это только прицепы, если это какие-то добавлять, да, то есть. Именно и все. Слушайте, что могу по этому поводу сказать? По этому поводу могу сказать, что оба у мода классные. Советую 100% покататься. И однозначно, мы на нем. На нем не знаю, на КамАЗе точно покатаемся. 100% покатаемся. Завтра уже. Завтра покатаемся на КамАЗе. С вами канал 24. Всех люблю, целую. Увидимся на видосах, стримах. Жду вас сегодня в 19:00 на стриме. Сегодня будет празднование дня рождения Егора. И, соответственно, расскажет по поводу, если он расскажет по поводу сокращения на работе, да, у него, все-таки кто знает, то знает, что у него сократили его на работе до 31 января, до 31 декабря, извиняюсь, до 31 декабря, до 31 января, господи, до 31 декабря он работает, и, к сожалению, человек остается без работы. Вот, соответственно, если хотите, то спросите, ответит, значит, ответит. Все, всех люблю, целую, увидимся на видосах, стримах, сегодня стрим. Всех жду обязательно.